Дед был пчеловодом, отец тоже. Александр Малышев из Сенгилеевского района с детства интересовался медовым промыслом. Сейчас Александру 41, у него многодетная семья и любимое дело. Несложно догадаться, что он занимается разведением пчел и продажей меда. Прошлый год для семьи Малышевых выдался не очень простым. Большая часть полосатых тружениц пропала. Но семья не отчаялась и заручилась поддержкой государства. В этом году Малышевы оформили соцконтракт на покупку 10 ульев и оборудования. Соцзащита за неделю оформила документы и перечислила 50 тысяч рублей. Александр планирует еще раз обратиться за поддержкой. С удовольствием буду брать еще раз. На что? Ну, может быть, медогонку вот у меня нет с электрическим приводом. А еще очень в хозяйстве было бы неплохо мотоблок. В семье Малышевых подрастает еще один пчеловод. Сыну Илье всего 12, но он уже научен всем премудростям этого дела. Укусов не боится, рамки со пчелами переносит одной левой. Особенно ему нравится работать с дымарем. Как известно, для того, чтобы осмотреть жителей ульев, сначала их надо окурить дымом, чтобы они успокоились и не жалили. Илья с радостью поделился подробностями. Надо аккуратно с ним работать. Надо взять бересту, поджечь ее, положить, потом положить туда шишек и начинать его разводить. Надо аккуратно им работать, чтобы не обжечься. В этом материале мы показали только один пример соцподдержки. Как оказалось, за 5 лет существования программы соцконтрактов в Сенгилеевском районе еще 107 человек получили помощь. В основном заявки были оформлены на покупку домашнего скота и вязальных машин. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.